Под покровом ночи практически без перерывов и выходных. В позднее время суток аварийный ямочный ремонт проводят для того, чтобы не создавать заторов и аварийных ситуаций на дорогах. На улице Камчатской в Кировском районе, а также на улице Вольской и Физкультурной сегодня трудились 3 бригады и спецтехника. Эти городские маршруты были выбраны не случайно. По ним проходит большой поток машин, включая общественный транспорт. Полным ходом ведется аварийно-ямочный ремонт. Данный ремонт ведется литой асфальтобетонной смесью для снятия аварийности на проезжей части. Больше всего стараемся снять там, где ходит общественный транспорт и где высокая интенсивность движения. Туда выходит в первую очередь. Ежесуточно специалисты дорожных служб укладывают в районе 200 квадратных метров дорожного полотна. Для успешной заливки ямы выбоин рабочие избавляются от остатков снега, воды и мусора. Затем с помощью отбойных молотков яму обрубают, задавая нужную геометрическую форму, чтобы асфальтобетонная смесь легла ровнее. Далее залитую смесь разравнивают и дают остыть. Этому способу ремонта не помеха даже высокая влажность. В вечернее, ночное время на улицах трафик минимальный. Но это самое большое преимущество. Когда мы днем работаем, создается затор, а в ночное время такие проблемы отсутствуют просто. План по ремонту и обновлению дорожной сети корректируется каждый день. Здесь учитывается все. Предписание ГИБДД, регулярный мониторинг города муниципальными учреждениями, а также обращение граждан, в том числе полученные через соцсети. По состоянию на 5 апреля в городе отремонтировали более 12 тысяч квадратных метров дорожного полотна. В нормальное состояние приведено порядка 130 объектов улично-дорожной сети, учитывая тот факт, что на многие территории ремонтники заходят повторно, устраняя новые разрушения. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.